Сейчас мы приехали, находимся в городе Северный полюс, находимся на улице Святого Николая, и здесь находится дом Санта-Клауса. В курортные сезоны, летний период и во время Нового года здесь разбиваются палатки, ярмарка, рыбу ловили, делают, но так как сейчас мы вне сезона того и другого, то, к сожалению, ничего здесь нету. Все уже убрали. Да. В дом Санты все равно зайдем. Ну вот так выглядит дом Санты. Ну пошли. Так, пойдемте. Напишем письмо с желанием. Санте. Так, Санта-Клаус. Пишите письма Санта-Клаусу, вот, пожалуйста, вам адрес, куда можно написать на Аляску. Итак, мы заходим в дом Санты. Вот так вот оно все выглядит. Мы вам еще покажем потом. И вот заходим. Иди, иди, иди. Иди. Так, почта, чтобы отправлять письма с заказами. Вот, а встречает нас такой Санта-Клаус, такой стоит Санта. Вот такие тут магазинчики, где можно что-либо купить. Ой. А? Так. А, сколько здесь разных игрушек. Так. Много разных игрушек. Ёлок, украшений. Так. Как красиво. Давай здесь сфотографируемся. О-о-о! Listen, everybody. I'm here with Marvin Marina. And I heard great things about him. And the elf said they should be bumped to the top of the nice list. But I need you to do something for me. Treat him nice. Buy him some Starbucks coffee. Take him out to lunch, maybe even a dinner. But whatever it is, just make it worthwhile and nice. Do that for me, and I'll put all of you on top of the nice list. From the North Pole, Merry Christmas! Ледяные. Домик такой. Такие рождественские экспозиции. Ну, какие шишки. Шишки. Что вы уже соскучились? За мамой соскучились. Ну, что? Что такое? Что такое? И что такое? Ой, так, ой, так, ой, так, ой, так мы любим маму. Ой, как мы маму любим. Ой, так маму любим.
Да, Белочка. Белочка любит маму? Маму. Где мама? Мягкая, плюшевая. Всем хочется потрогать. Давай здесь сфотографируем. Мы вышли на площадь, где проходят всякие разные ярмарки. Так вот, дом Санты. Ёлка, сам Санта. Ну и мы идем посмотреть, что тут за площадка. Закрыто там, что ли? Мы пришли к оленям северным. Вот они тут лежат. Так, сейчас пойдем с той стороны посмотрим. Вот дом их оленей. Так выглядит дом. Загон такой. Ну, вот так сидят живые олени. А там зимой на Новый год их выводят, они катают людей. Санта, Санта, наверное, приезжает на оленях. Новогоднее представление. Так. Они как неживые сидят. Такие олени. Жарко на солнце. Красивые. Итак, мы покидаем Северный полюс и дом Санта-Клауса. И будем продолжать искать интересные впечатления. Все. До Нового года, Санта. Осталось совсем немного. Надеемся, ты выполнишь наши желания. Мы сейчас находимся в прогулочном парке недалеко от Моррис культурного центра. И здесь такое уникальное чудо. Эта арка создана из рогов лося. Можно увидеть, насколько разные все рога лосиные, все разные формы, роста, размера. Там очень познавательно выглядит такая арка. Пару чайков даже есть. Спереди и сзади. Вот видите, череп такой даже. Здесь есть лосины. Интересно придумали, да? Какая малость, а как приятно. Вот, так, тут какая-то ягода такая, это не смородина ли? А, нет, это не смородина, волчья. Ой, как я давно уже не видела это такой волчьей ягоды. Как интересно. А это волчья? Может, за что-то? Березка! Моя любимая березка! Как я соскучилась по вам! С вами его березка. Видишь, как красиво! Так, что делает наша девочка? Смотрит дальнейший путь.
Дальнейший путь просматриваешь, да? Здесь недалеко музей Меда, а он сейчас закрыт. Да, все с этим карантином не так, как надо. Все закрыто. Вопросы сняла. Yeah.